В США произошла стрельба, есть погибший. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Уэст-Валли-Сити, штат Юта. Идут поиски преступника. Полицейское управление штата Юта сообщило об одном погибшем в результате стрельбы в городе Уэст-Валли-Сити. Один мужчина погиб, двое ранены. Возраст не установлен, говорится в тексте сообщения. Правоохранители ведут поиски подозреваемого. Другие подробности не приводятся. В Италии мотоциклист расстрелял прохожих. Напомним, ранее неизвестный мужчина застрелил 4 человек в графстве Джонсон в американском штате Кентукки, а потом застрелился сам. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.